Чувашия станет пилотным регионом проекта «Цифровая трансформация сельского хозяйства». Холдинг «Российские космические системы» и правительство Чувашии приступили к реализации дорожной карты по созданию универсальной цифровой инфраструктуры управления экономикой региона. Пилотный проект цифровой трансформации сельского хозяйства, намеченный на 2019 год, охватит несколько отдельных хозяйств. В дальнейшем планируется расширение и до уровня общерегиональной платформы с подключением всех сельхозпроизводителей республики.